привет всем моим подписчикам из Сочи парка. Не хочу говорить про Влада Бахова. Я хочу сказать, что не все в жизни измеряется деньгами, славой, какой-то вот этой фальшивой вот этой вот известностью, лестью. Все внутри. Главное, чтобы была любовь. И, конечно, с любимым человеком надо постоянно путешествовать. Каждое путешествие – это маленькая жизнь. Обязательно все побывайте на фонтанах в Сочи парке. Я много видел поющих фонтанов, но таких некрасивых не видел. Это я нахожусь очень далеко. Сейчас поближе пойду. Всем пока!